Дорогие друзья, спешу вам представить участницу конкурса «Мисс Бурлеск» Малышка Натали. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы так необычно себя назвали? Ну, я не назвала себя так. Просто моя фамилия Малышева. Ну, чтобы не было ассоциаций с известной персоной с Первого канала. Поэтому я решила сократить немножечко свою фамилию и представиться Малышка Натали. Тем более, это очень близко к бурлеску. Отлично. Расскажите, стиль бурлеск вам близок? Насколько он вам близок? Стиль бурлеска, он живет во мне. Я просто чувствую его. И этот конкурс, он вообще первый в моей жизни, как и первое интервью в моей жизни. И мне тем более приятно, что это происходит на телеканале «Шанс». Это шанс изменить как-то свою жизнь, быть представленным людям, которые смотрят ваш телеканал. И мне крайне это приятно. Я пришла на этот конкурс и участвую в нем впервые. Это первый конкурс в моей жизни. И я вообще стараюсь познакомиться с многими людьми, с новыми людьми, встретить новые интересные знакомства и приобрести кучу эмоций и впечатлений. Я думаю, что сегодня это у вас получится. Натали, скажите, а каков ваш род деятельности по жизни? Чем вы занимаетесь? Какая у вас профессия? Всю свою жизнь я была финансовым специалистом. 10 лет я работаю уже в международном холдинге. И сейчас, еще раз могу повториться, так как так посчастливилось, дать первое интервью в своей жизни на телеканале «Шанс». И это шанс изменить кардинально мою жизнь. Скажите, а при подборе своего дресс-кода, образов на работе, вы придерживаетесь как бы немного хотя бы этого стиля? Что-то есть такое обычно у вас? Обычно я прихожу на работу в шляпке и в корсете. Как реагируют коллеги? Ну, конечно же, это шутка. Ну, моя прическа, она, конечно, ее так быстро не изменишь. Да, прическа вызвала бурный восторг. Людям нравится. Расскажите мне о жизни перьев в вашей жизни. Я могу твердо сказать, что вы их любите, да? У вас и даже на ресничках они есть. Ну, перышки – это некий образ легкости. Я люблю делать украшения с перьев. Вот это украшение я сделала сама. Ну, и всем рекомендую брать перышки и украшать свой дом. Или, например, украшать прическу. Ну и вообще использовать его как в качестве аксессуара в обычной жизни. Это же некий эффект романтизма. Да, у меня даже на моей шляпке тоже сегодня есть перышко. Да, очень. Счастливо. Натали, у вас на руке номер 1. Покажите его, пожалуйста, нашим зрителям. Участница под номером 1. И мы вам желаем, чтобы сегодня вы заняли первое место на этом конкурсе. Очень рассчитываю на вашу поддержку, очень рассчитываю на ваши аплодисменты. Я постараюсь представить этот конкурс в блеске. Вам очень идет этот образ. Мы желаем удачи. Благодарю вас.